Не вижу ничего интересного. Если Наракот сказал Вере правду, а я не намерен верить ему на слово, то лодка за нами придет только в понедельник, даже если шторм утихнет. Не надо забывать, что Наракот оказался лишним среди нас. Да. И виной этому вы, Блор. По крайней мере, больше ничего не случилось. Надеюсь, вы правы, мисс Клейторн. Однако я вынужден попросить вас обратить внимание на статуэтку на столе. Два морячка разбиты. Как странно. А, доброе утро, мистер Наракот. Что ж, мистер Марстон не присоединится к нам, и для вас освободилось место за завтраком. Сам завтрак запаздывает. Боюсь, завтрака сегодня не будет. Миссис Роджерс не может заняться ее приготовлением. Да что с ней? Она обещала сделать мне свежий яблочный сок. Я должен сообщить вам печальное известие. Миссис Роджерс умерла во сне. Как думаете, почему умерла миссис Роджерс? Она была такой пугливой. А прошлой ночью она пережила шок. Наверное, сердце остановилось. Ну, разумеется, сердце остановилось. Вопрос в том, какова причина? Вы слышали ночью какие-нибудь звуки? Нет, я спала довольно хорошо. Благодарю вас, мисс Клейтон. Мистер Блор, вы же детектив. У вас есть версии? Ценю то, что вы заметили, наконец, наличие профессионала. Я бы хотел узнать, что она ела и пила в последнюю ночь перед смертью. Роджерс уверяет, что она ничего не ела. Ну, разумеется. Но сами подумайте. Они совершили убийство и остались безнаказанными. А теперь она закатывает истерику и уже собирается во всем признаться. Она угрожает безопасности своего мужа. Я и представить себе не могу, чтобы человек так поступил со своей женой. Вы говорили, что знаете что-то об истории этого острова. Большинство сведений о прошлом острове вы можете найти в библиотеке. Возможно, новейшая история острова не менее интересна. Но я сейчас не расположен о ней говорить. Это все, что я хотел узнать, мистер Блор. Как думаете, почему умерла миссис Роджерс? Я уверен, миссис Роджерс не в чем упрекать. Хорошая, верная женщина. Вы слышали ночью какие-нибудь звуки? По-моему, я слышал, как меня звали по имени. Моя жена, она умерла несколько лет назад. Наверное, это был сон. Генерал, вы говорили, что узнали Ломбарда. Узнал? Да, думаю, что узнал. Но не вижу, какое это может иметь к вам отношение. Доброго вам дня, генерал. Как думаете, почему умерла миссис Роджерс? Это все совесть. Что вы хотите этим сказать? Ее обвинили в том, что они с мужем умышленно убили своего предыдущего нанимателя, старую леди. Прошлой ночью вы сами все видели. Она сломалась. Шок от того, что припомнили старый грех, ее доконал. Она буквально умерла от страха. Возможно, если у нее и правда было слабое сердце. Если хотите, назовите это карой Господней. Что ж, не смею вас больше беспокоить, мисс Брэм. Как думаете, почему умерла миссис Роджерс? Мы знаем, что прошлой ночью она что-то приняла. Нам сказал об этом доктор Армстронг.
Я, мистер Ломбард. Вы дали ей успокоительное. Всего лишь немного трионала, больше ничего. Доктора и раньше ошибались. Вы предполагаете, что я ошибся и случайно превысил дозу снотворного? Случайно или намеренно? Одна смерть могла наступить вследствие случайности или самоубийства, но две сразу, одна за другой? Это возмутительно. Человек с моей репутацией. Еще вопросы, мистер Наракот? А вы слышали ночью какие-нибудь звуки? Я сплю очень чутко. Надеюсь, на будущее это учту. Но я несколько раз слышал какие-то звуки. Вы не провели расследование? Когда тут есть судья, детектив и начинающий сыщик, мои убогие навыки вряд ли сгодятся. Лучше буду наблюдать со стороны. Как охотник в укрытии. Хорошая аналогия, судья. Вы сказали, что узнали голос Онима. У меня было время подумать над этим. И теперь я в этом уверен. Но я не вижу причин делиться с вами этой информацией. Это все, мистер Ломбард. Какова причина смерти? Сразу не скажешь. Необходимо вскрытие? Без него я вам ничего точно не скажу. Когда вы обнаружили, что она умерла? Роджерс разбудил меня ни свет ни заря. Он встал растопить плиту и пошел посмотреть электрогенератор, а потом будить Этель. Она не проснулась, и он прибежал ко мне. Вы можете сказать, когда она умерла? Без вскрытия я точно не уверен, но должно быть, это произошло несколько часов назад. Тело уже совсем остыло. Вы слышали ночью какие-нибудь звуки? Нет, хотя и должен был. Что ж, это все, что я хотел узнать, доктор Армстронг. Восемь морячков. Круг сужается. Как думаете, судья, почему умерла миссис Роджерс? Боюсь, что ее смерть подтверждает мою мысль о том, что на этом острове не все ладно. По-моему, если эти две смерти наступили не случайно и не из-за самоубийства, то наверняка в них виновен мистер Оним. Если это так, то он точно где-то на острове. Согласен. Думаю, нам нужно найти способ как можно скорее убраться с этого острова. Вы слышали ночью какие-нибудь звуки? Должен признаться, я спал неважно. Смерть Марстона, этот шторм. Но я ничего не слышал, возможно, как раз из-за шторма. Ясно, судья, все ясно. Мистер Наракот, вашу лодку можно починить? Я в этом сильно сомневаюсь. Мистер Блор хорошо поработал. Приехали. Но я же тогда не знал, кто вы, ведь так? Это вы так говорите. Если вы найдете способ покинуть остров или дать сигнал на материк, то все мы будем перед вами в долгу. Мы все поможем вам. Слушайте! Слушайте! Мы никогда не выберемся с этого острова. Никто из нас отсюда не выберется. А вы знаете что-нибудь о связях Марстона с политикой? Только то, что он связался с одними иностранцами. Думаю, пока это все, что я могу вам сказать. Доброго вам дня, судья. Смерть жены не помешала Роджерсу выполнять свои обязанности. Полагаю, все разошлись по своим делам. Мне следует поступить точно так же. Я спросил у Роджерса, чем болела мисс Брэди. При некоторых формах сердечных расстройств, когда начинается приступ, пациенту вкалывают ампулу нитрата амила. Если нитрат амила не ввести... Ясно. Просто не надо было ничего делать. Не надо было покупать мышьяк и подсыпать его в еду. Ничего такого.
А против Роджерса и его жены нет ни одной улики. Это довольно точно описывает сложившуюся ситуацию. Есть преступление, за которое злоумышленника невозможно наказать по закону. Когда судья пользуется своим положением? Без обид, судья. Когда доктор допускает промах скальпелем? Без обид, доктор. Суть в том, что это объясняет действия мистера-незнакомца. У него есть какие-то причины искать возмездие за известное ему преступление. И кто из нас не обвинен в преступлении? А, мистер Нарокот, легки на помине. Вы не видели остальных? Перед тем, как мы сюда пришли, я видел во дворе мисс Брент. Она вяжет с таким видом, будто ничто на свете ее не волнует. Вы можете произвести вскрытие тела миссис Роджерс? Могу, сэр, но не стану этого делать. Как уже заметил мистер Ломбард, может показаться, что я связан с ее смертью. Мои действия могут показаться неэтичными. Сколько трионала пропало из вашей сумки? Я не знаю. Я оставил трионал Роджерсу на случай, если его жене нужна будет еще доза. Благодарю вас, доктор. Вы не видели остальных? Думаю, мистер Блор и мистер Ломбард прочесывают остров в поисках мистера Онима. Вы не захотели составить им компанию? Они привыкли действовать, применяя физическую силу. Я предпочитаю работать головой. Я тоже. Как думаете, они найдут мистера Онима? Не в том смысле, в каком вы думаете. Где бы вы стали искать мистера Онима? Ближе к дому. Не придумали, как нам выбраться с острова? Мистер Нарокот, я позволил вам продолжить свое расследование, потому как не думаю, что ваши странности делают вас подозрительнее других. Скорее наоборот. Ну, я уже дал вам один дельный совет. Было бы неплохо, если бы вы сами надо всем этим подумали и дали нам спокойно поиграть. Благодарю за помощь, судья Уоргрейв. Течения очень опасны. Стиклхевен. Надеюсь, я снова увижу это место. Эти течения очень опасны. Это остров кораблекрушения. Вроде так близко, что можно перепрыгнуть и забыть про этот остров. Не надо прыгать, мисс Клейтон. Мне будет вас не хватать. Думаю, мне вас тоже. Думаете, кто-нибудь на берегу может нас увидеть? Если бы они взяли подзорную трубу, как во дворе возле моей комнаты, то увидели бы. Что вы думаете о Ломбарде? Думаю, он как шторм прошлой ночью. Темный, дикий. И, возможно, опасный. Но он все равно вам нравится. Люблю, когда штормит. Вы когда-нибудь влюблялись? Я думала, что это так. Думала, что все для него сделаю.
Что случилось? Если вы не против, лучше не будем об этом. Жаль, что ваша работа на острове оказалась пустышкой. Это было временно. Я хочу быть учительницей, а не секретарем. Я хочу получить еще один шанс учить детей всему на свете. Расскажите мне о себе. Мистер Нарокот, вы не сочтите за грубость, если я скажу, что просто хочу стоять здесь и ждать еще одного шторма? Нет, простите, что помешал. Вы мне не помешали. Совсем наоборот. Но сейчас мне просто хочется полюбоваться пейзажем. Здесь волны особенно разбушевались. Хорошее вы себе местечко нашли, сэр. У меня так мало времени. Так мало времени. Я, так сказать, решил посмотреть остров. А вы любите путешествовать, да? Вы не видели ничего интересного? Вы не понимаете. Вы совсем ничего не понимаете. Я не жалею, что сюда приехал. Пришла пора. Я наконец-то доволен. Странное чувство. Прийти к концу, без нужды продолжать. Теперь я знаю, что никогда отсюда не уеду. Это покой. Настоящий покой. Я очень вам обязан, генерал Маккензи. Я настаиваю на том, чтобы меня не беспокоили. Возможно, это поможет старому генералу. Пожалуйста, уходите. Порхнул туда, где нам его не достать. Или он плавает неподалеку вместе со стайкой рыбок. Думаете, вы найдете Онима? Если он на острове, мы его найдем. Почему бы вам не разделиться? Я это уже предлагал. Остров не такой большой. Я подумал, что неплохо бы держаться вместе и прочесать тут каждый дюйм. Вы не видели Веру? Когда мы производили поиски наверху, мисс Клэторн была на корабельном утесе. Вы не видели генерала? Он был внизу, на небольшом пляже к югу от корабельного утеса. По мне, так он совсем тронулся. Он был как в трансе. С женой своей говорил, просил у нее прощения. Жуть. Он послал этого Ричмонда на смерть за шашни с его женой. Это точно. Вы выглядите уставшими. Забота мисс Клайтон о моем самочувствии воодушевляет куда больше, чем ваша, Нарокот. Но все равно спасибо.
Вы к чему-нибудь пришли? Лишь к тому, что я чертовски рад, что захватил с собой вот это. У вас есть пистолет? Почему вы ничего об этом не сказали? При необходимости я бы его использовал. И все же мне это не очень нравится. А мне плевать. У вас есть мысли по поводу того, как нам выбраться с острова? Когда я был... То есть, когда один мой друг был в Англии, он видел парашют новой конструкции, позволяющий летать. Если хотите, я могу нарисовать вам чертеж такого парашюта. Это было бы замечательно. Благодарю вас. Вот ваш парашют. Чертеж довольно грубый, но, я думаю, основную идею вы уловите. Еще я написал вам список необходимых материалов. Спасибо. Благодарю вас, Ломбард. Это чертеж парашюта, который сделал Ломбард. Я скопирую его в блокнот. Тут никого нет, голову даю на отсечение. В свое время я был хорошим охотником. Если Оним находится в этом доме, значит, он невидимка. Есть успехи? Кроме нас на острове никого нет. Где вы еще не искали? В сарае. Нужно было мне догадаться. Вы пришли к каким-нибудь выводам? Может, это случайность? Или две случайности, или два самоубийства? Вот все, что я знаю. Вы не могли бы помочь мне сшить эти простыни, чтобы сделать парашют? Лучше попросите мисс Брэнд. Она объявила себя главной. Спасибо, Блур. Сарай пусто. Мы зашли в тупик. Если Оним лежит под этими дровами, то так ему и надо. Вы весь остров прочесали? Точно не скажешь. Еще много мест осталось. Этого достаточно, мистер Блор. На это надо посмотреть поближе.
генератор работает нормально. Хорошо хоть распогодилось, хотя я думаю, это ненадолго. Похоже, эти две смерти вас совсем не трогают. Помню, когда я была маленькой, в моей детской висела надпись: «Твои грехи тебя найдут». Значит, Марстон и миссис Роджерс нашли их прегрешение? Конечно. Мне бояться нечего. За мной грехов нет. Если ваша история правда, то вы всего лишь защищали своего брата. Закон Божий одобряет такой жест братской любви, даже если закон мирской нет. Что вы вяжете? Платок для моей племянницы. Мрачноват он для девочки. Вам так не кажется? Любой мужчина так бы сказал. Она правильный ребенок и послушный. Эти цвета как раз подойдут. Вы не видели Роджерса? Думаю, он на кухне, готовит ужин. Вы не могли бы помочь мне сшить эти простыни, чтобы сделать парашют? Думаю, могла бы. В комнате для слуг есть набор для шитья. Эти иглы подойдут, но не думаю, что они достаточно прочные. Это все, мисс Брент. Это отлично подойдет. И не думаю, что она настроена разговаривать. Это же было очевидно. Порошок слипается в комки. Ага, отпечаток пальца. Thank you.
другой раз. Порошок слипается в комки. Думаю, это отпечаток пальца доктора Армстронга. Не думаю, что это поможет. Либо он невиновен, и тогда я напрасно влезу в его личную жизнь, либо виновен. В этом случае он наверняка позаботился о том, чтобы скрыть улики. Это не очень хорошая мысль. Мне это не нужно. Я не жадный. Порошок слипается в комки. Думаю, это отпечаток пальца мистера Марстона. Порошок слипается в комки. Думаю, это отпечаток пальца мисс Брент. Порошок слипается в комки. Думаю, это отпечаток пальца мисс Клейтон. Не думаю, что она способна на убийство. Надо посмотреть поближе. Похоже, это отпечаток пальца Марстона. Это стоит осмотреть поближе. Надо посмотреть поближе. На это надо посмотреть поближе.
очень красивая модель земного шара. Похоже, на острове есть пристань. Он выглядит довольным. Она тоже. Это не имеет смысла. Кажется, я слышал щелчок. Впрочем, может быть, мне показалось. Кажется, я слышал щелчок. Впрочем, может быть, мне показалось. Коробки. В них нет ничего полезного. Коробки. В них нет ничего полезного. Правь, Британия, правь волнами. Британцы никогда не будут рабами. Даже слезы выступили. Это коротковолновое радио. И если бы я смог его включить. Ручка качается, но не открывается. Наверное, неверная комбинация. Это стоит осмотреть поближе. На это надо посмотреть поближе. Это может навести на след. Я скопировал содержимое в свой блокнот. Thank you.
Кажется, я слышал щелчок. Впрочем, может быть, мне показалось. Ага, открылось. Похоже, тут есть скрытая панель. В этом ящике что-то есть. Это серьга в виде ворона. В этом ящике что-то есть. Это похоже на какой-то микрофон. В этом ящике что-то есть. Это фрагмент документа. В этом ящике что-то есть. Это карточка, на которой что-то написано. Это стоит осмотреть поближе. Надо посмотреть поближе. Ящики поменяли местами. Правь морями. Ну, конечно. А это что? Потайная дверь? Удивительно. Освещение работает.